Привет, друзья! Наша картошка готова к выкопке. И сегодня мы выкопали несколько сортов. Сейчас покажу, какой результат. Итак, сорт Кармен был посажен на траву. Картофель крупный. В гнезде немного. Выкопала по гнезду, разложила, то есть по гнездам. Такая вот она. Мякоть внутри желтая, сверху ярко-красная, очень красивая, яркая картошка, вкус ее очень отменный. Картофель Кармен. Картофель Ластрада был посажен на навоз. Выросли очень большие крупные картофелины. Картофелин на гнезде немного, но картофель мега крупный. Я такой картофель не очень люблю, потому что он может не очень хорошо храниться. Может быть даже лопнувший внутри. Но он очень крупный. Просто картофелины огромные. Я еле поднимаю картофелину. Ну вот как такую картофелину вычистил и наелся. До троих можно накормить, по-моему. Вот. Тут небольшое гнездышко, тут покрупнее. Вот это вся Ластрада. Далее рядышком сорт Бриз. Здесь в конце поля было посажено без навоза, вообще без всех всяких удобрений. А сверху было посажено на траве, по-моему, или на навозе. Сейчас подойдем, посмотрим. И здесь Бриз, конечно, намного лучше. То есть трава и навоз очень хорошо влияют на качество клубней, их размер. Не очень крупненькие, но хорошие. На трав... Это Кармен. Вот он, Бриз был посажен на кроличьем навозе на сене. Хорошенький вырос. И дальше сюрприз. Один из моего любимого картофеля. Так, как он у нас рос на навозе. Очень хороший картофель. Внутри красный и снаружи тоже красный. Очень понравился. Вкусом он очень приятный, не разваливается, в кашу не превращается. На гнезде средний картофель, количество тоже среднее идет. И этот же сорт картофеля, но без навоза. Уже его качество не такое хорошее. Картофель более мелкий, количество такое же на гнезде, но размер намного мельче. Сейчас мы разрежем картофель, попробуем, какой он, посмотрим, какой он будет внутри. Итак, Кармен, как я и говорила, имеет желтую мякоть, красную кожуру. Бриз у нас очень желтый, желтый картофель. Очень желтый. Вот если сравнивать с Карменом, смотрите. И он прям разваливается, разваливается в кашу. Когда вы его будете варить, он развалится. Сюрприз, как я уже говорила, должен быть с красной мякотью. Вот ты один еще порезала. Так и есть, красно-фиолетовая такая мякоть. Но он очень вкусный. Не разваливается в кашу, держит форму великолепно, в салаты очень прекрасно, любимка моя. И Ластрада, в прошлом году мы ее не кушали, ее было очень мало. Белая, снаружи белая, внутри белая, по вкусовым качествам пока ничего не могу сказать,
еще будем пробовать. Вот она картофель, который мы выкопали. Бриз, Кармен, красная с желтой мякотью. Сюрприз, красная-красная мякоть. Ластрада, белый картофель, белая мякоть.